Шокирующее ДТП произошло в четверг днем на улице Павла Большевикова. Водитель синего Форда, двигаясь со стороны улицы Куконковых, потерял управление автомобилем, в результате чего машина вылетела на встречную полосу и перевернулась. Девушка за рулем ехавшего во встречном направлении Хендая не успела сориентироваться. Произошло столкновение. Предварительно пострадали три человека, один из них – ребенок. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но однако с открытой черепно-мозговой травмой он вместе с мамой был госпитализирован. Свидетели ДТП утверждают, контроль над машиной водитель потерял из-за того, что колесо Форда попало в яму. По словам свидетелей, то есть подъехали, когда мы, то есть Форд голубого цвета двигался со стороны Куконка в сторону Меланжевого кабината. Проезжая через рельсы, он цепляет передним колесом яму, выбоину, вот здесь, которая находится выбоина. У него пробивает колесо, он уходит на встречную полосу. Соответственно, с той стороны двигалась машина Hyundai. Вот, и получилось, то есть, столкновение такое, ну, неприятное. У сотрудников ГИБДД свое объяснение этого феномена. Предварительной причиной данного происшествия явилось нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Ford. Также он находился в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Hyundai. Только чудом, благодаря сработавшим подушкам безопасности, в результате аварии никто не погиб. Виновник ДТП будет наказан. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.